О, все, заработало. И всем привет, с вами снова Александр. Это уже которая у нас серия по этому побегу из тюрьмы. И у меня опять набитый глаз. Я встаю и иду встречать наших гостей. И наши гости сегодня это... Приветствуйтесь, ребят. Привет, я Владлен Трипо и... А, он отошел. А, ну понятно, он отошел, ладно. Короче, озвучивай этого персонажа, озвучивай. Я? Да, озвучи его. Ну, просто от себя что-то придумай и говори всякую ерунду просто неси. Давай. Он мало будет говорить. Давай, говори, говори. Ну, короче, слушайте меня. Сегодня у нас задание ограбить банк. Вот. Вы все стоите, сейчас вам дам Максима или что он там. Два теперь ты. Короче, ребят, слушайте, у нас сегодня намечается побег, но я так думаю, что его у нас не будет, потому что мы, короче, все сядем в тюрьму. Я так думаю. Короче, ну ладно. Думаю. Давайте сделаем вот это вот, то, что у нас там последнее, короче. Я думаю, мы все, короче, сядем в тюрьму. Да-да-да. На, там, вечно, надеюсь. Ой, какие у тебя глаза страшные. Я так думаю, я лучше отойду от тебя, а то еще заражусь чем-нибудь. Так, ну чё, ребят? Ну, вы крутые ребята, я думаю. Надеюсь. А, ладно, ребят, я пошел, а то от вас воняет чё-то. Какой-то хрень нёс, ну реально. Ну, вот надо вот так вот. Непонятно, что говорить, просто. Просто непонятно, что. Ладно, давайте погнали. Погнали. Да-да-да. Нара-нара-на. Ты прям как Snoop Dogg только что. Так, Так, мы будем... Теперь я с этим, да? А, я с Орманом нашим. Он отошел, да? Так получается. Что-то за маски есть. Ууу, я свою любимую маску. Ууу, какое у меня лицо. Набитое все. Че, вы там надеваетесь, да? Ага. Ну, теперь тебе, походу, придется с этим медведем побегать. А наш Сорман будет собираться или нет? Ну, что там пошел делать? Так. Мы вояки, короче, а вы кто? Сейчас глянем. Вы тоже вояки. О, маски вообще обалденные. Тема. Какие маски? О, розовую, короче, оставь. Я тоже ее одел. Окей. Ну, Сорман, ты где? Ты где? Мы только тебя ждем. Мы тебя только ждем. Ты услышь нас. Он даже не в курсе, что мы даже начали. Да-да-да, вот именно, что он не в курсе. Ну, хорошо, что он хотя бы не вылетел. Вон, через 3:20 мы начнем без него. Хотя он где-нибудь будет на улице стоять. Так думаю. Все, я тут. Во-во-во, давай быстрее, готов. Короче, одень розовую маску. И сделай маску сделай. Ты тупой, реально. Ну, тебе сказали, одень розовую маску. Мы все в масках, а ты как индейский. Брат, ты сказали, быстрее, готов, я нажал, сразу готов. Я тебе сказал, быстрее одевай маску. Так, кто со мной? Сорман. Не-не-не, ты вали из моей машины, я с Сорманом еду. Сорман, иди сюда, вот желтенькая машина. Кстати, я за рулем. На гелике поехал. Идите в пукан, я быстрее всех доеду. Так, надеюсь, здесь мы не облажаемся. Чё, опять тормозит? Ёлки-палки, я не понимаю. Что за... Да. Вечно эти тормозы. Сейчас мы быстренько доедем, сейчас всех поснимаем.
Я еду, еду, еду в далекие края, чтобы убить кого-то из снайперской винтовки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, шли наверх. Лестница, лестница, давай. Ну, ай, ай. Как быстрее залезать? Торопилась. На shift. Чё? Ага, точно. Одеть маску. Давай, быстрее. Короче, ждем. Сейчас договоримся, кто кого снимает. А у меня это две снайперские, какой же это лучше? Так, бери снайперскую винтовку, короче. Снайперскую винтовку бери. Сейчас приеду. Вон они, по-моему, едут, да? А, нет, это не они. А где они? Вот они, короче, ты берешь вот в черном, я беру в сером. 3, 2, 1. Ну, чё ты? Ничего не попал? Ду. Успел. Есть. Я чё-то стреляю, он берет, я в него попал, а ему вообще ничего. Чё-то ерунда какая-то. Ой, копа, все валим. Все, пошли в мою машину. Да ёлки-палки, башкой об стену. Ой, а я на другую часть. Блин. А я башкой об стену. А я бегу и... Как кусок говна упал вниз. Короче, нам сейчас... Все, ехать. Короче, ты стреляй из машины, я тут... Что делать будем? Может, гранатомет? Стрелять. Давай, это, короче... Да, не, валим, короче. Я бы мог... Ты приехал, я сразу вылез бы и взял, что там надо. Не, тоже стреляй. Ой, ёлки-палки. Сейчас дробаша вынесу. Да я, у меня уже вынесли. У нас еще жизнь должна быть, да? Нет. Как вы так сдохли? Да капец. У нас двоих с дробаша сняли. Ну тут все так по-тихому сделали. Там уже дробь, там же сразу несколько пуль. Ну короче, пробуем еще раз. Что нам терять? Пробуем еще раз. Кто там маску не одел, а? Кто там маску не одел? Не, ну как всегда, вот как всегда, я всегда должен проиграть. Так получается, да? А нам еще раз надо снять их будет, а? В этот раз я, наверное, не облажаюсь, я так думаю. То еще раз облажаться, это вообще звездец, думаю. А где моя машина? Машина моя... А вот она стоит. Я ее сразу поближе подгоню, ты поднимайся. Потом быстро свалить. А чем тебе мой гелик не нравится? Так, я поднимаюсь наверх. Давай быстрее поднимайся, дура, давай. Не, ну башкой об стену это вообще это классический вариант. Там по-другому никак. Ну, только башкой об стену все. Спуск называется башкой об стену. Так надо их сразу вносить, чтобы документы на дороге были. Да, вот я и пытаюсь. Я пытался тогда, я в него попал, а он что-то убежал вообще. Где они, ребята? А наши там ребятушки. Еду. Чё, приехали? Нет, ещё. А, во-во-во. Да, он... Нет. Ну, чё за ерунда? Ты... Я не понял, короче. Я чёрного или как? Да, ты чёрного. 3, 2, 1. А чё за ерунда? Всё. Чё-то вообще какая-то ерунда. Я опять ему по голове попал, он чуть не сдох. Сейчас башкой об стену опять стрёк. Банзай! Опять башкой. Главное, у меня вообще ни капельки другой не потерялось. Не садимся, просто идем отстреливаться. Я знаю, подожди, что нужно делать. Ты там это не сдох, только прячься за стену, где я.
Игрочки есть. Обходят. Где копы? Ой-ой-ой-ой, тут столько. Ух ты, тут, ё-моё, чё. Прячься, дура, прячься. Ух ты, тут их, ё-просто, ты сколько. Там ещё копы. Ой, мне плохо, мне плохо, мне плохо, мне очень плохо, помогай. Ты где? Прячься. Ты где? Я тут. Погай, давай. Я здесь. Придержи их, я поем. Еда, быстрее, еда. Все, быстро пополнился. Отлично. Окей. Там еще плохо. Есть. Чуть-чуть еще осталось. А че он такой неподыхаемый? Так, че, где еще? Их вообще не осталось. Ой, ну, еще где-то есть? Да, вон там. Ой-ой-ой, по мне стреляют. Пошли быстренько забирать документ. Ой, он вообще дерзкий какой-то. Ой, забирай документ, я прикрою. Наверное. Ой, у меня хп мало. Да я понял, я прикрываю последний. Где-то остался, я не вижу, типа, где он. Все, я пошел за машиной, бегом за машиной. Ладно, коповскую тачку. Коповскую. Какую коповскую? Тогда садись сам. Рули. Погнали, все, валим. Уйдите от полиции, короче. Вот там наши чуваки катаются. Выруби сирену. Как сирену выключить? На Е. Ой, там вертухан летит. Тихо-тихо, спрячься здесь где-нибудь. В подвале вы там спрячься. А где четвертый чувак? Не знаю, не знаю. Я еду, еду я. А он сам куда-то едет. Я, короче, окно хочу разбить. Я окно разбил. Сиди, сиди, сиди пока что. Всё, поехали. Отлично. Да выруби ты эту сирену. Нормальная сирена. Ты копов привлечешь еще больше. Это игра. В этой игре сиренами копов не привлечешь. Ой, куда ты? Так ты прилетел немножко. Давай, доставляй документы. Все, прошли. Отлично. Все, отлично, пошли. Будем еще одно проходить, да? Ну да. Так, ладно, надо, наверное, прощаться опять с Ютубом. Так, ладно, ребят, мы опять закончили еще очередную серию по GTA Online. Это позволение из тюрьмы. И надо прощаться наконец-то. Все, ребят, не забудьте поставить лайки, написать комментарий, еще что-то там еще наделать, кучу всего, подписаться на нашу группу ВКонтакте, не забыть тоже поиграть с нашими вот с этими чуваками. А вы чего молчите?
А, ну пока. Что вы говорите? Подписывайтесь на Александра. Нет, ты это скажи пока всем. Ребят, скажите всем пока. Пока. Просто скажите всем пока. Всем пока. Ну вот, нормально. Все, ладно.